рыбалки. Сейчас я вам покажу, как мы отмеряем то расстояние, на котором будем рыбачить. Забил два колышка, и сейчас мы с Сашей будем набирать это расстояние. Давай. Я хорошо. А ты здесь тоже шок-лидер ставил, да? Да. Я хочу попробовать. Сколько витков? Третий. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И на две удочки. Так, все. Все, заклипсовали. Теперь у нас все удочки будут на одном расстоянии стоять. Так, ну что, будем шаманить. Вот это. Пшеница. Вот это у нас домашняя прикормка. Так. Так, возьмем горох. Липкости получается мало. Добавлю этой кашки еще. И добавлю пыли кукурузной макухи, чтобы она мне дала вязкость. Ну, мне нравится. Понравилось бы на рыбе. И будем бросать вот такую кормушку. Набиваю ее как фидерную. На крючок будем цеплять тот же самый горошек. Так. Прежде чем бросать кормушку, я еще и покормил ее. Просто обыкновенной фидерной кормушечкой
Дети сделают за вас. Как при фидерной ловле на том берегу, выбираю дерево. И... Ой, ля-ля, привет! Ага, недолет. Ветер хороший, но сильный. Точку лова заброшу штук по 10, наверное, этих кормушек, а потом уже бросаю снасть основную. Вон сделал уже. Набирай себе. А забивать? А, ты ее прямо так вот... Да, прямо я ее сделал, вот как фидерную, чтобы можно было забивать. Ну, видишь, вот она. Я вижу. Взял ее. На, вон ведро бери, Сань. Подержи. Да. Сань, подержи. Бери ведро, наступай себе. Так, так, переверни. Она как раз сыпется. Хорош. Надо перемешать дальше. Ну все, хорош. У меня три удочки. Значит, одну заброшу вот такую, одну, один макушатник, и одна будет снасть вот такая вот. Скользящая грузила и два крючка. Смотрим, какая сработает. Еще одна вот такая штука. Траву убирать. Тоже неплохая вещь. Ну что, нашего полку прибыло. Отойди, голым будешь в кадре. Ага, что это? Вот, поймали рака. Вася, что, боишься, что ли? Да снимай, папа. Что, папа не знает, как его снимать. Он меня укусил, вы не успешки. Зачем ты не взял руку? Это камера такая, да? Да. Ну, надо. А потом в Ютубе тебе покажу. На. Ну. Доброе утро. Ну что, вот наступило утро. Красивое, шикарное утро. Идем клево. Закормились. Ночью сниму штук. Шесть на росинку красивую.
карпа не было. Мне вечером напарник взял на парочку небольших карпиков, где-то всего около 10. И все. И что там было? Два крючка? Кормушка? Ну, трубу пошел. Ну, это красавец. Это красавец. Кормушка дальняя. Ну так правильно. У меня на дальнем запросе стоит два крючка. А вот перебрось сейчас кормушки дальше. Так. Будем заканчивать рыбалку. Слезы. Вот это вся рыбка. Все, будьте здоровы, не постоянно чешуй.